Нет, сестричка, это не сон. Может, мне это только снится? Сестренка, ущипни меня быстрей. Вдруг это сон? Ау, больно же. А, так это не сон. Нет, сестричка, это не сон. Какая же красивая. Блестящая коробочка. Сказочная, как и сама фея. Посмотри, сестренка. А там сзади коробочки нарисовано еще больше фей. Видимо, вся коллекция Феи Винкс. Давай же ее быстрее откроем. Подожди, дай полюбоваться такой красивой коробочкой. Ты как хочешь, а я открываю. Сняли прозрачный пластик, и все заблестело еще больше. Ух ты, какая она высокая, прямо как наша мама Барби. К ней прилагаются две вот такие хрустальные туфельки. С ними она станет еще выше. Ребята, а вы знаете, как зовут нашу красивую героиню? Если знаете, пишите в комментариях, мы будем ждать ваших ответов. Красивое платье. Но оно необычное. Платье состоит из двух частей. Вот такой вот пластиковой части и обычной тряпочной. Красивая блестящая юбка. Корсет. А пластиковая часть платья напоминает кристаллы. Полупрозрачные блестящие кристаллы. Давайте вернем эту часть платья на место. Она смотрится очень эффектно, словно волшебные кристаллы. Полупрозрачные перламутровые кристаллы. Все у этой куколки блестящее. Полупрозрачные, словно хрустальные туфельки, с блестками внутри. Ножки блестят. Ручки тоже. Платье тоже покрыто блестками. Юбочка в блестках. Тени с блестками. Блестки на крыльях. Все в блестках. Абсолютно блестящая, сияющая фея. Фея Винкс. Но большой минус. Много блесток остается на руках и одежде. Они падают с куклы. Длинные волосы. Коричнево-розовые. Для них в наборе прилагается вот такая расческа. Специально для больших, точнее для длинных, волос нашей феи. И эти длинные волосы скрывают очень интересный механизм. Вот такой. С помощью которого можно двигать крыльями. Крылья поэтому у феи очень подвижные. Очень необычно. Вот такая интересная конструкция. Ножки у куклы сгибаются в коленях, а также вращаются в тазобедренном суставе. Поэтому нашу фею можно посадить на шпагат. Ножки вот так можно согнуть в обратную сторону.
как у кузнечика. А ручки, в отличие от пластиковых ног, резиновые. Сначала я подумала, что они не изменяют своей формы, но оказалось, что они легко сгибаются. И разгибаются. Снова сгибаются. Раньше такие ручки я встречала у Барби. Резиновые руки, внутри которых находился стержень из проволоки, который легко гнется. Точно такая же конструкция, предполагаю, находится внутри этих ручек. Ребята, а вам понравилась наша фея? Я от нее в восторге. Она чем-то похожа на меня. Темные волосы, смуглая кожа, большие красивые голубые глаза, розовые губки и нежный румянец. Хоть на меня она похожа только цветом глаз, но я в восторге от этой феи. Ребята, а вам понравилась наша куколка? Если да, то ставьте обязательно пальчики вверх под этим видео, ставьте лайки. Делитесь этим видео со своими друзьями. И, конечно же, кто не подписался, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые и новые видео с феями, куколками и многими другими игрушками. Пока-пока, ребята! Мы рады, что вы были с нами. До скорых встреч! И, конечно же, смотрите другие наши видео. Просто выберите, который вам больше нравится.